Перезаявка Эмин Абдеров. Ты знал, что к тебе? На первом окон перезаявка Сочилара. Вес установлен. Олег Матросов. Второй подход. Нажимаю кнопку одновременно и с командой, с криком, и нажимаю. Понятно? Одновременно. Фисы. На стойке. Заметь. На стойке. Правильно горит? Красный и белый. Но к этому весу готовится Сергей Кузнецов. Мастер. Заявка Казаков Сергей по первой подходу. Сергей Кузнецов. Мастер спорта города Москва. Первый подход. Готовится Эмин Агберов, к этому же весу. Давай,
Thank you.
рассчитан вес тот же Ирина Гумилёв, мастер спорта из Баку. Второй подход. Александр Захаров, второй подход, заявляет вес. А он заявляет 107 кг. Захаров заявляет 110 кг. Подъем рассчитан. Вес 108. Готовится Сергей Казаков. И Минагберов на третьем подъявляет 110. Город Чебоксары, второй подход. Следующему весу готовится Тагая Шавкат, Илья Ельцев. Гарри, заметь. Сейчас сигнал будет после того, как он опустит. Сигнал будет. Заметьте. Давай, 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 давай. Когда он опустит, будет сигнал. Заметьте. Чего не даете сигнал? Чего не даете сигнал? Сигнал, чего не даете? Подход не засчитан. А он сошел с помоста. Он сошел с помоста. Вес 109. Сигнал давать надо вам. По времени подходит. Чего вы не даете? Сергей Казаков заявляет 109. Я дал сигнал на красную. У него есть. 2 минуты теперь на этот вес. Вот если бы он не сошел с помоста, тогда бы... А что, по полторами? Нет, чуть-чуть. Есть Казаков. Третий подход. К весу 110 готовится Шавкат Тагаев и Илья Ельцев. Подходов.
защита Илья Елесов. Шавкат Тагаев на втором подходе заявляет 115 килограмм. Илья Елесов. Ставропольский. Томская, Томск. Первый подход. Нажимаем. Участник. Участник. Опусти. Толкай. Чё толкай? Опустить я команду дал. Я дал команду опустить старше себя. Подъем неудачный. У вас кто командует? Командую я, старший судья на помойке. Не, вам подбери, вот толкай, не только поправляешь. Нет, он сначала вот сюда ее, а потом поднял сюда. Вы разве не видели? Подъемный защита. Конечно. Во-первых, у него была штанга одна здесь, вернее, края, а другая здесь. Вес у нас остается прежний. Александр Захаров. Мастер спорта из города Москвы Сергей Кузнецов. Дальнейший подход отказался. Завершает соревнование. Сумма 190. Приглашен Александр Захаров, мастер спорта Московская Элитная. Второй подход. Готовится Игорь Тимошеев. Александр Захаров на третий подход заявляет 115 килограмм. Подъем защита. Вес прежний.
Приглашается Илья Елисов, готовьте Ильич Кривошеев. Имир Акберов завершает соревнование в толчке, результат 110, в сумме 205. Подъем защита. Вес 115. Такая шапка. Заявляет на третий подход 120 килограмм. А 115 подходит Александр Захаров. Следующий вес 120 килограмм.
Илья Ересов. Александр Захаров завершает соревнование. Толчки, результат 115. Сумма 202. Прилашов Илья Ересов. Готовится Шавкат Тагай. Подъем неудачный, вес 135, чтобы будем перезаряжать на первом подходе 135. Тагаев Шавкат завершает соревнование, результат толчка 115, Суббит 205. И он становится победителем весовой категории 87 кг. А сейчас устанавливаю вес 135. В случае успешного выполнения упражнения с этим весом Курбанов Шарабутдин установлен еще один рекорд в сумме двоеборья весовой категории до 65 кг. Этот вес на 1 килограмм превышает предыдущий рекорд в толчке, принадлежащий ему уже прежний 140, вес 141 килограмм. Thank you.
Вторая подруга относится к толчку. Шарапутдин Курбанов, мастер спорта Ханты-Мансийский автономный округ поселок Солнечный. Второй подход на помосте лес. И сейчас будет в случае успешного выполнения упражнения с этим весом установлен еще один рекорд в сумме и в толчке. К весу 100 кг вторая группа готовится Лестрян. Сахалинск. Зачем? Вес установлен. Зачем приезжал Марк? Вес 100 килограмм. 100 килограмм. Ребята, вес 100 килограмм. А вес свят. Вес
110 килограмм. Она себя заявляет на втором подходе. Вес 110 для Бориса Васильевича. 105 для Бориса. 15 замки. 15 замки. 15 замки. Сергей Борисович, мастер спорта международного на нас. Второй подход. Вес 15. Сергей Борисов от дальнейших подходов отказался. Завершает толчок 115. Сумма 212 килограмм. Вес 125,
Готовится Сергей Любимов, Нижегородская. Сергей Скляр, Олег Скляр завершает соревнование. В толчке результат 110, в сумме 190 килограмм. 125 вишков. Готовится Сергей Любимов. Сергей Любимов, мастер спорта Нижегородская, Нижний Новгород. Первый подход. Спортсмен выступает в весовой категории до 94 килограмм. Николай Семенов, Самарская область, город Самара. Первый подход. Готовится Сергей Любимов. Николай Семенов, второй подход, заявляет вес 135. Сергей Любимов, мастер спорта Нижегородский и Нижний Новгород. Второй подход. Следующий вопрос готовится Евгений Акимов. Евгений Акимов, мастер спорта Тульская-Заокский. Первый подход, выступает в самой категории до 94 килограмм.
К этому железу готовится Николай Семенов и Дарья Сергеевна Бинок. Участник, опустите. Толкай! Опустить! Я подбросил. Нет, у вас она штанга была ниже плеч. С этой стороны. Подъем неудачный. Николай Семенов. Второй подход. Самарская гора. Евгений Акимов готовится ко второму подходу. Любимов Сергей. Блин, плохо это вернули. Смотри, щель большая. Сергей Любимов, мастер спорта Нижегородская, третий подход к весу 137 готовится, Евгений Акимов. Вес 137 для Евгения Акимова. Сергей Любимов завершает соревнование 130. Вес 137. Семенов на третий сколько заявил? Евгения подъем защита. 140 вес готовится Илья Полосов. Евгений Акимов. Готовится Евгений Чеплыгин, перезарядка Илья Полосов.
На второй подход 150 килограмм. 140 остается, Евгений Чатуев готовится. Сколько на штанге? На штанге 140. Вес 140? 40, а не 142. Евгений Чатуев. Ну, 45, наверное, 150, 2,5. 150, если штат, нет, 2,5. Илья Колосов, Ставропольский край, Сентуки. Первый подход к этому же весу готовится Евгений Чаплыгин. Опусти. Подъем засчитан. Вес прежний.
приглашается Евгений Чеплыгин. Команда пустить. Одновременно. Была, но так вот. А? Готовится Илья Колосов. Он представил, но потом... Он успешно выполнил подъем от места, является лидером. Была. Ну, рановато, но, конечно, можно было помочь. Здесь вот из-за этой сигнализации. Вес 155. Илья Колосов. Ставропольский и Сентуки. Третий подход. Фотографии будут 160 готовится. Если
Понятно, защита мне 165. Готовится Евгений Чепрен. А я Волосов успешно выполнил подход с весом 155. Снял все сомнения. У судей набирает в сумме 270 и становится чемпионом весовой категории до 94 килограмм. Вес 165. Евгений Чаплыгин. Курская курс. Третий подход. К весу 170 готовится Дмитрий Орешко. А сущав, что не прибавить перед заявкой? Не выживай. Для Дмитрия Орешко. Артур Никитин на первый подъем. На первый подход заявляет вес 190. Сущак Владимир 175. 270. Готовится Орешко Дмитрий. Одну минутку. Это будет 170. Не надо красный. Thank you.
Отпустить. Отпустить. Подъем, защита. Дмитрий Орешко, мастер спорта Беларусь, город Минск. Второй подход. Один. 185 для Владимира Сучака. А Дмитрий Орешко заявляет на второй подход 190 килограмм, а третий. Вес 190. И заявка Владимира Сучака на второй 190. Вес 190. Готовится Артур Никитин. Пятерки одевай. Две пятерки, два с половиной, иди в замки. Ну, 8,5 и замочек. Третий подход. Владимир Сучак готовится.
Ребят, перед толчком на самом деле. Пятерка снизу щели. Вперед, прокрути, и она встанет на место. Вот с правой стороны. С правой стороны. Пятерочка отошла внизу. Просто прокрути, не надо двигать ее, вперед прокрути, она... Прокрути. Вот с одной стороны, вот так. Да не, она надо поднять. Мы не поднимемся. Все нормально, все нормально. Сейчас, Владимир. Нажми, пожалуйста, на зеленый, нажми, пожалуйста, один раз. Нет ничего? Нет, ничего нет, да? Нет, просто может быть это моя, а это твоя. Или наоборот, потому что система, вот эта судейская, она нулевая, ее выбрасывать пора. Надо выбрасывать. Thank you.
Вес установлен, продолжается Артур Никитин. Оно может отвергнуть. Решение жюри может отвергнуть. А какая разница?